Давай, короче, баллы по-мирному. Мы сейчас тебя забиваем и все. Понятно? Понятно. Всем привет, ребята! Вы на канале Сюго, и сегодня я продолжаю играть в Бравл Старс. Наш любимый Бравл Старс! Любимый же? И не любимый. Короче, вы знаете, что я все равно буду снимать Бравл Старс, потому что он мне нравится. Я его обожаю! И я набила, смотрите, сколько ящиков. Ну, награды. Так, самое главное открыть. Короче... Я набила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ящиков! Поразительно. Вот так. Но пока что мы не будем его открывать. Ну, потому что. Пока что мы посмотрим, что тут. Да. Подарок! Ну собирается и он, боец, ну господи. Почему я так хочу? Так, не покупай. Тебя так их мало. Так, давайте возьмем на место Пи. Угу. О, Каптик. Вот это да, вот это новый скин. О, мегамуха Био. Мегамуха. Пчела. Ну, Био. Ну, пони. Представляете, мне выпадает Био. О, вот это я люблю. Вот это я люблю. Так, бойцы. Где тут? Кого же выбрать? Мистер Пи? Чигейла. Давайте покачаем мистера Пи. Что-то на Гейла ничего не попадает. Давайте мистера Пи. Я просто уже мастер в Бравл Старс. Но это не то. Потому что в 4000 чем... Блин, не я! Жалко. Так. Так, надо Сашу. Точно Саша же? Да, Саша. Так, он, значит, пошел вон туда. Саша! Так, нужно поставить их вот сюда. Так, и теперь хай они идут. Саша! Нужно на самом-самом уголку. Чтобы он их не сбил. Сейчас! Самое главное, чтобы он... Чтобы я сейчас на белую уйду. Почему здесь нету похода? Нужен поход везде. Нужно, чтобы он меня не видел. Спокойно, Саша! Да господи, ну кто его отбил? Он нужен. Он нужен, чтобы он... Шо, Саша? Слышь, ты че такая дерзкая, а? А у него Фрэнк только выпал. Ну понятно. О! Теперь 100. Крутяк. Может еще одного ящика? Что там дальше? Ящик 14. А, там гистал. Так, ребята. Я хочу... Да! Я хочу, короче... Хочу.
Короче, что я хочу? Вы все поняли. Вы все поняли. Я хочу набить кучу ящиков и открывать на видео. Все. 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 Вот какое задание на видео по Бравл Старс у меня вот такое. Вот так. Давайте поиграем за Гейла. Снежный дядя? Чичо он сказал. Не знаю. Опа, чё, легендарочка плюс хроматический. Ничего так. Просто тебя добью. Ты понял, что со мной лучше не связываться. Я хроматите. Короче, вы поняли. Хроматитеский. Я просто зараз немножко тикал так. Я чуть тика не спасла. Он сказал, мистер Пи коллега? Ты чё? Меня реально хочет все забить. У нас 7 банок, вы представляете? 7! Надо бы убежать от нее. Пока она не видит, я его. Чувак, не спавнься! Сик. Он видел, как я сюда ушла! Меня все хотят убить! Помогите, спасите! Очень поняли. Так, он не дает мне пойти, не дает. Ла-ла-ла-ла-ла! 11 банок, вот это поворот, мне уже ручьё бафут. Это поворот. Короче. События с Я ничего не понял, что там. Что я не понял? Написано. Ничего не поняла. Короче, давайте открывать ящики. Ну что делать? Давайте открывать. Большой ящик. Я не буду. Ребята, давайте я закрою себе вот это. И буду открывать. Не, ничего. Так, стоп, а сколько у меня там еще осталось? Ребята, может еще добить еще кристаллы, а? Ну давайте еще кристаллы добьем. Может поиграем за мистер Пи, потому что у меня... Да хватит, мне не нужна ваша Нита, я его вообще не убью. Да. А вы знаете, что як воно? Что мистер Пи похоже говорит, як Джин. А если Джин скивается, а если Джин это мистер Пи? Просто все знают, что вот сзади у него есть замочек. Короче, это костюм. Что там делает Рико? Кто-то Рико. Рико кого-то забивал, короче. Убивал. У нас только 4-5 банок, а уже конец. Уже этой команды. Би-би-би-би-би-би! Аккуратно! Рико! Та Рико! Йохай мене! Рико, йохай мене! 9! А я не заметила! Да!
спокойно, спокойно, спокойно. А, ты всего лишь поиграл, ну чё? Что-то сейчас, ну просто тут будет две биши и меня окружить, типа. Типа было... Кто-то нормальный. Ребята, я просто была в шоке, когда мне выпал Гэйл и Мистер Пи. Это было где-то месяц назад. Не, не месяц, полтора дня назад. Это точно. Гэйл, ты вообще будешь работать? Он вообще будет работать? Что-то мне кажется, что у меня нуб в команде. Что? Опять? Хотя он... И у него просто зависает. Наверное, зависает все-таки. Ну, если... Да, он покачанный. Он лучше меня, типа. Пенни не достанет. Не достанет. Все. Давай, чувак, давай, бей. Ну показывай, где тут. Он забил. Пушка ее. О! Ой! Господи, 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 помогите, я хочу хоть дожить до топ-3. Никитос минус Никитос. Все, ча, самое, блин, жесткое. Она показывала, она поставила свою пушку. Господи, 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 аккуратно, аккуратно, аккуратно. Блин, аккуратно надо. Надо бегать. Я буду в шоке, если я еще их забью. Конечно же, я их не забью. Потому что, ну как забить эту команду, ну как? Это элементарно. Никак. Давайте еще один разочек и будут кристаллики, потому что я посмотрела, там довольно хорошая сумма. Хоть бы был нормальный тиммейт. Короче, это чувак. Хоть бы Барри был нормальный. О, спасибо! Спасибо, Барри Старш, что ломаете нам банки. Вот! Это они опять? Это опять они? Это опять они? Я вижу, что тиммейт никакой. Ладно, и так сойдем. Просто... Две банки, и там, и там. Так. Так. Мистер Бу, давайте по-мирному. Мы вас вот так сейчас забьем, и все. А что, так можно было, что ли? Нита, come me, please. Нита, вот сюда, в кусты. Нита, в кусты. Кусты кому сказали? Вон те кусты, давай в эти кусты. Они еще будут пост. Они еще будут искать. О, Сэм, вот это неожиданность. Вот это неожиданность, я вижу Ниту, я знаю, где Нита, и нужно мне показать. Нита, самая добрая Нита.
Давай, короче, бали по-мирному. Мы сейчас тебя забиваем и все. Понятно? Понятно. Смекаешь? А ну понятно, жену надо. И вот так он бабочку попял, потому что он победил. Пусто. Ого, 180. Давайте сейчас откроем кристаллики. Угу. И сейчас мы будем играть. Да? 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 Ну да. Угу. Давайте я не буду смотреть, просто... Давайте большой ящик. Я просто хочу. Почему ящик? И мега ящик. Закрываем. Да блин! И прям на тех, в которых я не играю. Прям на них все. Ой, когда все это кончится. Круто! Круто! А, еще большой ящик! Ну хорошенько. Я не хочу видеть то, что там попалось. Ну не хочу! Ну почему? Ну почему? Ладно, ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Почему? Ну вы видите, я сдалась. Что такое, дорогой? У меня ничего не выпало. Хоть вы меня поддержите. Поставьте лайки и подпишитесь, если вы не подписаны. Это ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока, до новых встреч. Мне никто не выпал. Почему? Ребята, вам точно повезет, вам точно выпадет Гейл и Леон. Нет, Спайк. Да, они трое. Ну, ребята, пока-пока. Если только вы поставите лайки, подпишитесь. Пока-пока. Мазочка! Подпишись на канал Настяго. Не ленись, подпишись. Поставь лайк, ты каналу быстрей, потому что супер из людей.